Третий кубок Тайши собрал несколько десятков сильнейших шахматистов со всего района. Как отмечают организаторы турнира, число участников и их мастерство растет с каждым годом. В этом году победитель первых двух состязаний Чингиз Бальжиев не смог приехать и защитить свой титул. Итоговый результат и имя новой чемпионки стало приятной неожиданностью для всех собравшихся. Среди женщин как бы это конкуренция слабая. И поэтому я среди мужчин как бы сейчас свои навыки улучшить. Улучшать навыки придется, ведь защитить титул сложнее, чем его завоевать. Для этого необходимы силы. А набраться их новоиспеченной чемпионке должен помочь главный приз – годовой запас бус. Организаторы говорят, основная цель турнира – дань памяти Дарме Михайлову, девятому тайше Селенгинской степной думы, а также воспитание в молодом поколении будущих чемпионов. Очень много таких примеров. Дети, которые занимались шахматами, они действительно добиваются больших. И вот мы думаем, ну и дальше будем развивать. И мы хотим, чтобы у нас есть мастер ФИДЕ, но мы хотим, чтобы у нас вырос свой международный мастер. Дай бог, может быть, даже и гроссмейстер. Почему нет? На следующий год организаторы ждут еще больше участников. Главный приз – годовой запас бус – останется неизменным. Батыр Ламбаев, Санжимани Маева, Алдар Дармаев. Новости дня.